так же, как и очень опытного, боевитого, мастеровитого Остина Петерсона. Что по фотофинишу Никита Крюков первый, сразу как-то отлегло. Петерсон второй, а Глойерсон третий. И Глойерсон не особенно агрессивен. Ну, Остин Петерсон может быть агрессивен, финишки, но для него также имеет значение и просто сама победа как таковая. У спринтеров своя разборка, и она не только выражается в очки. Ну, Остин Петерсон, наверное, нам, ну и, собственно, Остин Петерсон, один из самых опытных, не один из самых опытных, а самый опытный в этом финале. Уж за его-то плечами сколько подиумов, сколько побед. Вот только Дарио Колони заработал максимальное количество баллов. Опять-таки упрочил свое положение в общем кубке. И завтра ему бежать 15 километров.